Привет, привет, мои дорогие девчонки, мальчишки. Прежде всего хочу поздравить вас, что у нас с вами уже 7000. Медленно, но уверенно количество подписчиков растет. Канал уже не первый год. Я уже практически многих подписчиков вот читаю комментарии. Уже, знаете, вы мне все уже все-все родные. Спасибо вам за поддержку, за лайки, за ваши комментарии, которые вы мне пишете. Не успела я в Фейсбуке выставить свои фотографии, как мы путешествовали по фьордам, смотрели горы, несколько дней на пароме мы путешествовали, сразу в Телеграме. Наталья, а что ли с вами хорошо? А вы снимаете каждый день. Вот вы когда жили в Мутаке, вы каждый день снимали, это все было интересно, было много эмоций. Мне интересно даже, какой чай вы пьете, там сахар, без сахара, то есть все вот эти нюансы. Вы знаете, снимаю очень много, пытаюсь, потому что лето, сделать жизнь ребенка насыщенной, потому что каникулы проносятся очень быстро, впереди будет зима, тяжело по утрам ребенку вставать. Я очень хочу за лето напитать ее, знаете, вот таким большим количеством эмоций положительных. Посмотри, какие красивые горы, посмотри, какое морюшко. Ну, то есть, знаете, чтобы у нее, ну и у меня, соответственно, тоже было много-много потом положительных воспоминаний и эмоций на зиму, которая будет впереди. Плюс ко всему, мы встретились с моими подписчиками, ну, не случайно встретились, мы с ними общались и заранее. Мы хотели ехать 16-го, они могли 29-го, то есть мы состыковали, чтобы 29-го вместе отправиться на пароме. Все-все-все вам поснимала. Но я понимаю, что ролик будет минут 45, никому не интересно, смотреть никто не будет. Поэтому разобью на несколько частей. Первая часть это будет, как вы просили, туркаюты, duty free, какие там духи, какие скидочки, вот это вам поснимаю. Ну и ночью огромный скрежет, там прям думали, что корабль, паром разваливается, его прям вибрация была очень сильная. С моего окна иллюминатора видно было, что это швартовка, поэтому вот ребятушки, у которых не было окна, все, прям, знаете, у человека страх, закрытые стены, ты не понимаешь, что происходит, а корабль начинает тусить и вибрировать. Для тех, кто будет заправляться этим же паромом, поснимала, что происходит за бортом корабля, чтобы люди, когда ночью слышат весь этот грохот, скрежет и вибрацию, вспомнили мой ролик и понимали, что просто швартовка происходит, ничего страшного. Вторая часть будет интервью с Натальей. Человек похудел на 30 килограмм. То есть, знаете, вот без лишних слов, без лишних эмоций, это заслуживает уважения. И человек, который сидит рядом с вами, он реальный, и он вызывает у вас доверие. Потому что куча-куча людей, которые в Фейсбуке пишут, как они похудели, у меня доверие не вызывает, я их не знаю. Вот. И еще ролик. То есть впереди много роликов, много всего буду монтировать. Я сегодня утром встала в пижаме, думаю, так, надо взять себя в руки, сесть смонтировать. Все, смонтировала, смотрите, поддержите комментариями, лайками, подпиской. До новых встреч, пока-пока. Ну что, мои дорогие, привет-привет. Мы летим, едем в Копенгаген. А, нет, подожди, едем тоже не говорят, когда на корабле идем в Копенгаген к паромчикам. Это вот мои подписчики, мы с ними встретились. Так что мы тут будем все тусить. Александр, Наталья, еще одна Наталья, думаю, вы меня знаете все. Так что мы с вами будем тусить и вас будем дразнить, как у нас круто, как у нас классно. Вы будете смотреть и думать, вот сволочи, поехали, нас с собой не взяли. Вот мы уже зашли на палубу. Я забыла солнечные свои очки, поэтому буду, наверное, все время щуриться. И вам вот так могу... Ой, у меня же рост маленький, сильно не покажу вам ничего. Что мне вам так показать, чтобы было вам интересненько, видненько? Ну что, вот я сейчас вам буду медленно-медленно камерой показывать вид с этой палубы. Кстати, очень хорошее покрытие, прям такое нескользящее, цвет красивый, темно-синий. Ну, в процессе съемок, я думаю, что вы это покрытие еще будете наблюдать. Мне очень многие говорят, что я очень быстро двигаю камерой, поэтому вот не спеша что-то вам приближу даже показать, потому что многие какие-то там здания узнают, и библиотеку, и все остальное. Так, что мне вам еще приблизить, вот интересно, вот еще строение. Так, думаю, ну я достаточно вам все приблизила, достаточно хорошо вам все показала. Пока мы еще не отправились, пока все здесь не занято, я вам хочу показать это все. Смотрите, класс. Что потом будет куча людей, здесь снимать людей нельзя, я вам поэтому показываю, пока никого здесь нет. Красоту это все. А теперь мы все идем искать наш номер. Это Александр подписчик, это моя Анастасия, это я. Это случайный человек. Идемте мы искать наш номер. 9, какой там у нас? 26 дальше. Так, 9. 9, 6, 26. Нет, нам в другую сторону. Так, в другую сторону. Разворачиваемся и идем в другую сторону. И какие у меня там красоточки ходят. Ну, заходим.
И что, не срабатывает? Правильно там все? Да, даже зеленый свет. Так, итак, заходим. Ну что? Слушайте, ну огромнейшее окно. Красивые постельки, свежий воздух. Слушайте, вот еще кровать, шторки, лампы. Сейчас кину рюкзак. Нет, не кинешь ты рюкзак. Ладно, не кину рюкзак, возмущается. Так, тихо, сейчас вынесем рюкзак. Рюкзак здесь, я вам еще раз поснимаю. Все так. Вот такой столик с зеркалом. Это я, красоточка. Здесь у нас, ну, скажем так, лестница, полочка, крючочки. Сейчас у нас будет туалет, вам сниму, так сказать. Так, снимаем. Бумага, туалетная полочка. Все здесь. Ну и, собственно, сама душевая кабина в мой рост. Все, я вам все поснимала. Мне все очень нравится. Ой, ну прям красота, что ну, окно огромное прям. Классное такое. Самое интересное снимать тех, кто снимает. Ну что, смотрите, какая здесь красота. Александр? Смотрите, как здесь красиво, даже вот так, если смотреть. Красиво очень. Водичка прям. Duty free. Сейчас вам поснимаю, что здесь есть. Начинаем снимать вам. Носочки всякие разные, цена 3 по цене 2, 144, но не все по 144, 3 по цене 2. Особо не вдохновили меня носочки. 66 евро, ну тут это без скидки ведь еще, верно? Я думаю, что да. Том Хилфигер есть. Со скидочками. Много всего. Так, что-то еще есть. Кельвин Клайн. Мужское белье, но цены нет. Хуго Босс. Я поснимаю вам таким способом, чтобы было видно. Здесь, видите, все фактически 70% скидка. Очень много всего такого со скидками. Есть Пандора, но совершенно нет цен. А вот помада с карандашом 199 стоит. Но это не норвежские, это датские кроны. Это датские кроны, да. Настя такая, уточни, что это датские кроны. Я говорю, хорошо, уточню. Тут так много всего, вообще. Это такой целый мир. Эти более. Вот эти пахнут очень вкусненько. Не знаю, как название. Так, эти более нежно, а вот эти вот прям так сладенько пахнут. Вот есть стенд со скидками. Рукой. Хорошо, я уже все себе нашел. Еще раз помашу рукой. Дорогие подписчики, вот это духи, которыми я пользуюсь. Вот они. Вот цена. А вот те, которыми я тоже пользуюсь, они у меня тоже, видите, их много разных сил.
Но вот эти мне нравятся больше всего. Вот они. Я вот на них посматриваю. Куплю, нет, не знаю, но посматриваю. Ну и вот еще. Здесь много-много скидочек. Сейчас вам тоже поснимаю, что здесь у них со скидками. Ну что, видите? Вот я. Нюхала. И в конце концов, вот это, мне кажется, тоже будет. Это не покажу. Это тоже будет, мне кажется, мое. Я еще не решила, но, возможно, это будет мое. А. И вот смотрите, стоп. У нас каюта. И вот вид с каюты. Это, конечно, очень классно. Хочу рассказать вам интересную вещь. Вода на пароме, то есть вы едите, потом, когда у вас начинается, прям вам хочется кофе, чай здесь отдельно, то есть аппаратов нигде нет. И вот такая водичка 29 крон стоит, вот она, 29 крон стоит, но ее с собой носить нельзя, она не запаяна, ничего, просто вот вода. Что в ней такого, это прям загадка-загадка. Но вот она, видите, стоит 29 крон. Датских. Посмотрите, вот. Вот в иллюминаторе прям красота. Вообще очень красивый закат. Морюшка. Ну что я хочу вам сказать? Сейчас я вам покажу, какой красивый там закат. Смотрите. Я сейчас вам даже уменьшу, немножко сделаю другую яркость. Вот, красивенный. Вот так стоишь, и все видно. Это же просто мега круто. Лицо у меня, кстати, сгорело конкретно. Я такая, что, знаете, красное, сгорел полностью лоб. Немножко посидели, сгорело все лицо. Но я думаю, что ничего, у меня будет такой колхозный загар. Мысиком здесь будет лицо красное, и кисти рук, все остальное будет белое. Ну ничего. Вот этот закат вот пофотографировать надо. Посмотрите, какой. А дорожка какая здесь. Просто что-то такое классное. Еще раз вам наверняка покажу. Вон Александр идет, он еще в телефоне. Наталья такая, hello. Смотрите, мы какую-то палубу проехали. Какой-то мост был интересный. Это Дания. Палубу проехали. Ну ладно, мы к ней пришвартовались, правильно сказать. Проехали. Да, и здесь прям к нам пристраивается такой какой-то мостик, не мостик, по которому идти можно. Скорее всего, может быть, персонал будет номера какие-то убирать, не знаю, что здесь будет. А, но мы к нему не пришвартовались. Ты по видео или что-то? По видео, да. Прикольно очень. Ой, какой корабль какой стоит. Сейчас я вам покажу. Что? Без комментариев снимать хорошо. Либо на курсе снимать без комментариев. И заодно вот я вам сняла несколько кадров ночной дискотеки.
вот женщина в возрасте, но у нее столько драйва, у нее столько энергии, столько энтузиазма, она настолько потрясающе танцует, она так двигается в ритм, и вот я думаю, я хочу быть вот в ее возрасте, в преклонном, не просто, знаете, какой-то такой там депрессивной какой-то такой женщиной пожилой, а вот такой вот драйвовой бабулечкой, грубо говоря. Ну, предлагаю вам, естественно, насладиться, тоже посмотреть и зарядиться этим позитивом, и вот понимать, что можно быть молодым и душой в любом возрасте, в любой обстановке. Она вытаскивала постоянно там свою внучку танцевать на танцпол. То есть человек вообще вот ловит кайф от жизни, каждая клеточка наслаждается каждой секундой прожитой. И вот мне кажется, что она очень близка мне по темпераменту и энергетике. Но то, что касается меня, я, допустим, вот смотрела, восторгалась, выйти не вышло. Все, на что меня хватило, это посидеть вот за столом, помахать руками, потанцевать. И вы знаете, что половина зала была вот точно такие же, которые сидели, просто махали руками, подпевали, пританцовывали, топали. Но вот смелости набраться и выйти, это, знаете, вот дано немногим. У нас в порту, где корабль был наш пришвартован, ночью стояли два военных корабля. Непередаваемая яркая иллюминация, блики на воде, очень, конечно, красиво. Все, давай. Красота какая-то, клеечка переливается, блестинка. Эх, красота. Так. Наливай. Мешать собирать? Буду.